Money never slim, fast, curvy the frame. Boom, when we step in the room. Привет, друзья! Я Джордж Кукурузкин. Сегодня я начну свой рассказ о RC-свиче. Спросите, почему начну? Потому что я хочу рассказать о нескольких конструкциях RC-свичей. Поэтому следите за выходом моих видео, и вы узнаете то, чего другие не знают. RC-свич в простонародье – это RC-включатель или выключатель. Он нужен для включения или выключения дополнительных устройств на модели. Например, включать фары или лебедку на тропе модели. Сегодня мы будем делать самый простой одноканальный RC-свитч. Для этого нам понадобится электронная плата от старой сервомашинки и несколько радиодеталей. Итак, друзья, ознакомимся со схемой. На рисунке мы видим плату от сервомашинки. Убираем от нее мотор. Он нам не понадобится. Переменный резистор можно оставить, если хотите регулировать порог срабатывания RC-свича. Или заменить его двумя постоянными резисторами. Тогда RC-свич будет срабатывать строго от середины. Использовать схему с постоянными резисторами удобно, если на аппаратуре у вас третий канал включается одним нажатием. Например, как на аппаратуре FlySky. Вместо мотора мы подключаем к нашей плате дополнительную схему, которую вы видите на картинке. В элементы схемы входит два диода. В принципе, можно использовать любые. Резистор на 2,2 кОм. Транзистор, реле на 5 вольт и конденсатор на 470 микрофарад. Собрав данную схему, мы получим RC-свич, который может включать нагрузку до 10 ампер. Этого тока вполне достаточно для управления мощными светодиодами или даже электромотором. А теперь посмотрим, как работает собранный нами RC-свич. Для лучшей наглядности я использую для проверки сервотестер. Кстати, как сделать сервотестер, вы можете посмотреть в моем видео под номером 3. Итак, первая часть моего рассказа закончена. Спасибо за внимание, с вами был Джордж Кукурузкин. До новых встреч, друзья!